С первого заброса на отводной, блин, мил дело. Весь в пиявках. Тут просто сделаешь шаг и уйдешь по пояс. Под берегом подсел. Это покрупнее. Да, без поклевки. Чутка покрупнее. Как приятно после зимы звук фрикциона послушать. Тоже маленький. Видишь? Где? Внимательно посмотри. Вот стоит. Вон стоит. Вон. Видишь? Вот, вот. Вон еще стоит. Вон. Вон один. Вот один. Вот, вот ближе. Вот. Вон прямо. Вон. Видишь, стоят? Ага. Вот эти. Ракушки. Ты что, на мини ракушек лучше? Да мы тоже на мини отводной. А? На отводной тоже. Что, поклевые? Ну, такие вот. Такие? Не как у тебя, конечно. Там-то вообще нет. Не? Но там без закраины, да? Прямо вот у поворотика. Идет сегодня течение, нет, видишь, поэтому она не активна. А мы вон решили, раздолбили ледок. А, да, я смотрю, нихуя. А он палкой длинный, нашли он на рогатину как раз. Долбили меня. А так вчера получше, да, было? Вчера, позавчера. Позавчера. Она вот солнышко было. О, тут хорошенький. Хорошенький, прям под берегом уже. Как хорошенький? Что-то у меня уже совсем такие окуньки хорошенькие считаются. Дожили. Что, все тюкает они? Тюкнуло сейчас, реально прям тюкнуло. Вон, смотри, на что. В таком свете, с красной пятнышко. Буду экспериментировать. Да, сегодня я за оператора. У меня еще камера не сфокусировалась. Что у тебя? Камера не сфокусировалась. Да, началось у меня клев. У тебя не клевало. Теперь наоборот пошло. В обратку. Одна из моих любимых приманок в дело пошла. Флит. От флит от фишапа. Ну, наконец-то. С первой проводки. Не зря она моя любимая. Экономлю для соревнований. Экономил? Ну, экономлю до сих пор. Но почему-то у меня без поклевок и мелкий. О, таких к столу можно собирать.